сейчас весь мир переживает непростую ситуацию. Интересно заметить, что с китайского языка слово «кризис» состоит из двух иероглифов – «опасность» и «возможность». Так давайте узнаем, как в наше время люди относятся к кризису – как к опасности или как к возможности? Hey, для меня это, конечно же, возможность заняться чем-то новым, наподобие одеть старые шмотки, которые я никогда не надеваю, наподобие заняться шабатом, наподобие начать готовить. Вот видите, для нас это возможность. Развитие может быть интеллектуальным и физическим. Ситуация кризиса перевернула мир каждого человека. Не забывайте, что возможности появляются тогда, когда мы меняем взгляд на привычные ориентиры. В этот момент рождаются новые идеи. Вот я, например, наконец-то начала танцевать. Стала вкусно питаться, не забывая при этом про фигуру. А вечером просто выйти на балкон и окинуть взором свой любимый город. Именно в такие моменты понимаешь, что в нашей суетной жизни стоит изменить лишь угол зрения, и перед тобой откроются новые перспективы. Мария Тарасова, специально для агентства хороших новостей. Москва.